Назван соперник Абубакара Нурмагомедова. Российский боец Абубакар Нурмагомедов вернется в октагон 27 марта на UFC 260 в Лас-Вегасе, а его соперником станет американец Джаред Гудин. Об организации поединков в среднем весе сообщили информированные источники, близкие к ситуации. В ноябре 2019 года 31-летний Абубакар Нурмагомедов неудачно дебютировал под баннером UFC, уступив удушением треугольником в первом раунде Давиду Завади. 27-летний Джаред Гудин также провалил дебют в ноябре прошлого года, проиграв единогласным судейским решением Элану Джебе. Напомним, что главным событием турнира UFC 260 станет титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.